Приветище! Я почти выздоровел. Голос, правда, басит, но ничего. Сегодня у нас будет новенькая игруха под названием Fast Food Manager. Будем шавукой торговать, резать и торговать, и продавать. Добро пожаловать. Итак, ты решил стать менеджером фастфуд-лавки. Откроем телефон, что мы здесь видим? Какое оно у меня странное. Похоже на яблоко. У меня есть недвижимость, которую я могу купить, по всей видимости, за 100 баксов вот такую вот фигню. Так, подожди, у меня сколько с собой денег? 500 баксов. Я нахожусь у себя дома. Дома у меня ничего нету, кроме ламината и обклеенных стен в виде паутины какой-то. У меня даже двери нету. Ты представляешь, у меня... А, подожди, это вся моя квартира? Серьезно? У меня ни одной двери нету, боже мой, боже мой. Использовать? И я сразу выметаюсь на улицу. О, роскошный домик, кстати, рядом с туннелем. Неплохо, неплохо. Ладно, хорошо. Домой мы еще вернемся, я понял, что мне нужно обживаться, покупать мебель, но первым делом, чтобы я позволил себе все, мне нужно купить свой первый трак, если это можно назвать траком. Я покупаю его, мне дают чек. Вы действительно хотите купить? Да, я хочу его купить. И куда мне его привезут? Задача выполнена. А у меня были задачи? Да, серьезно? У меня были задачи? Покажите мне задачи. Мой бизнес, рейтинг услуг, список дел. Вот оно что. Вот. Купить маленький ларек для кофейни. Я купил, теперь смотри. Мы должны установить цены на товары, купить кофемашину, стул, стол, сахар, молоко, кофе, настроить внешний вид ларька и открыть свой бизнес, собственно. Окей, но нужно понимание, где я поставил свой маленький ларек, а куда его дели? Может, на карте посмотреть мой бизнес, где ты? Ха, смотри, я издалека могу контролить свой бизнес с приложения. Короче, настроить вид. Вот так вот он выглядит. For sale. А где мне его? Вот. О, боже мой, какую я бомжатню купил. Это законно вообще, что мне за 100 баксов такой продали? Она же развалина. Настроить цвет? Ну, ладно. Давай, значит, попробуем настроить цвет. Посмотрим, что на что это влияет. Это, короче, у нас столешка меняется, цвет столешки. Брендовая всякая фигня, которая будет на самом... Хот-о, отлично, хот-дог. Длинная собака. Надо было написать здесь не хот-дог, а лонг-дог. Элемент номер... Ту. Вот, цветовая. О, красная крыша, да, она будет привлекать внимание. Даже оранжевая, давай, оранжевая. Стекла. Стекла у нас будут обычные белые. Почему они затонированные стали? Я хочу обычные белые стекла. Дальше что у нас здесь? Хот-дог будет у нас красного цвета. Горячая собака же все-таки. Все пучком. Все. Тут мы все настроили, выходим. Где? Покажите. А, вон она стоит. Вон. Я увидел. Нашу лавку счастья. Бежим, скорее всего, к ней. Вроде бы как к ней. Вот, на помоечке стоит моя роскошная хот-дог-лавочка. Удерживайте, чтобы убрать... А, мне тут еще и прибраться нужно, конечно же. Так, мешок готов. Кирпичи какие-то, все обоссано, боже мой. Где я взял свой первый ларек, Марек? Надеюсь, он будет нормально продаваться, но его же еще открыть нужно, правильно? О, тут реально бомж сидит, нифига себе, я реально на бомжате какой-то взял ее. Как дела? Хочешь мой хот-дог отведать? Тебе бесплатно, со скидкой. Бесплатно, со скидкой. Это значит, нам теперь вынести нужно. А где мусор? А, вон мусор, вижу. Вижу мусор. Добавить. Вот это можно как-то отмыть? Я не хочу на санине тут торговать. Это же будет запах, неприятность, все дела. Так нельзя поступать со своими клиентами, особенно если ко мне будет кто-то часто приходить. Интересно, а куда Санин ее убрал? В карман, что ли? Вытер салфеткой в карман? Почему-то как-то странно все это. Вот, по-моему, у нас отлично все получается. Все шикарно. Мой бизнес скоро откроется. А, ну там еще доски надо какие-то убрать. Еще какие-то вонючие доски. Вот эти вот. Вот. Удерживайте, чтобы убрать. Убираем. Все. Задача выполнена. Ты очистил свой бизнес от ванизма. Теперь мне... Он по-русски болтает, что ли? Ты что, болтаешь? Ты умеешь болтать? Он что-то по-русски вроде как болтал. Или мне показалось? Так, а теперь, как мне запустить свой бизнес? Давай посмотрим в телефоне за свои задачи. Персонал нанять. Фиг его знает, как его нанять. Прибыль, навигация, лицензия, обучение. Нафига нам обучение? Мы и так сами разберемся. Короче, я все-таки не выдержал и нажал на обучение, а тут ролики смотреть надо. Прикинь, тут не написано, тут нужно ролики смотреть. Я думаю, ну капец. Короче, я так полагаю, что кофемашину и прочую ботву, которую мне нужно купить, нужно... Так, это спортзал. Нужно отправиться в магазин. Это бар. Ай, где же тут магазин с кофемашинками-то? Почему я не могу просто взять и заказать?
Короче, я нашел здесь карту. Карту. Ты посмотри, вот это я стою. Вот тут Woodville Mile. Или Mail. Короче, это огромный торговый комплекс, где все продается. Ну, я, по крайней мере, так надеюсь. Порс стоит. Порс. Порсик. Интересно, я такой смогу себе потом купить? Или угнать? Угнать могу? Нет, не могу. А почему он без колес? Почему? А, нет, он с колесами. Как здесь темно. Значит, вот, да, здесь вроде как мебельный магазин. Нам именно сюда. О, отлично. Значит, что нам нужно купить? Давай посмотрим по списку дел. Мне нужно купить кофемашину, стул, стол, сахар, молоко, кофе. Молоко, вот, пожалуйста, покупаем, да. Молоко одно купить. Да, несколько купим. Несколько купим. Молоко есть. Это макароны, это мясо, сосиски, пиццы. Это все нам не нужно. Сахар нужен. Винишко. Ух ты, винишечка. Круассанчики. Это тоже нам ничего не нужно. Огурцы, помидоры. Бла-бла-бла-бла. Ножи, кстати. Возможно, мне ножи понадобятся. Сколько это стоит все дело? Десятку. Ну, купим. Ножичек. Здесь у нас что? Вот кофе, кстати. Для кофемашины же нам нужны зерна будут, правильно? Это вода. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Вроде бы здесь все. Сахар я тут не нашел, к сожалению. А может быть и к счастью. Идем дальше. Вот это вот что? О, стулья, столы и прочая всякая ботва. Ну, мы возьмем здесь самые дешевые. Сколько? 375. Ой, 25 долларов. Я уже... 375 долларов. Думаю, нифига себе. 375 долларов. Это у меня в карманчике сейчас валяется. А, вот этот большой стол можно купить? Можно. Ты прикинь, он стоит 150 баксов. Ха, такой здоровый. А давай купим, а чё бы нет. Я покупаю этот большой стол. Я его там сейчас размещу. Так, ну, я куплю самые беспонтовые табуретки, наверное, да? А, вот такие вот куплю. Штук, я не знаю, давай вот. 4 штуки пойдет. Все, офигеть, я купил самый здоровенный стол. Стол. А, прикинь, а мне на кофемашину может не хватить. Вот кофемашина, сколько она стоит? 150. А у меня баланс 185, блин. Блин, блин. Да, немножечко я что-то опрофанился. Ну ладно, пойдем купим, короче, молоко, кофе, кофе. Кофе я купил, молоко я купил, сахар нужен. Где купить сахар тут? Продуктовый магазин, видимо, там все было. Все, потому что тут все закончилось. Тут больше ничего нету из такого большого гипермаркетплейса. Тут больше негде купить это, сахар и прочую бату. Вот это вот что? Это стаканчики для картофеля фри. Это что? Упаковка стаканчиков для кофе. Сахар в стиках, вот, пожалуйста. Значит, покупаем сахар. Купили. А, нужно купить еще воду и стаканчики. Покупаем их, ну, не знаю, штуки 5. 5. И водичку. Вода. Все, я все деньги свои потратил. Я купил, я закончил список дел, да, кроме кофемашины. Теперь мне нужно разместить... Блин, кофемашины нет, соответственно, кофе мы делать, ну, не сможем. И не на чем. Как же будет у меня проходить бизнес? Скорее всего, буду продавать пончики и все, что я купил там. Так, значит, смотри, вот здесь вот надо разместить стол. Все, я нашел клавишу быстрого доступа, называется она И, инвентарь. Вот он наш стол, мы его тут вот размещаем. Блин, какой он здоровенный. Давай вот так вот его поставим. Вот так вот. Бабах! Ой, а как мне отсюда теперь выбраться? Удержите, чтобы убрать. Подожди, я прыгать-то не умею, я отсюда не уберу, не выберусь. Надо убрать это все. Убираем. Взять. Сейчас поставлю по-другому. Крутить, вертеть. Вот так вот. Бабах! Все, стол стоит. Здесь даже звоночки есть, смотри-ка, использовать. О, забавно. Теперь нам нужно разместить... Блин, у меня стол больше, чем моя лавка. Так, значит, теперь нам нужно разместить стулья. Сейчас мы их тут поставим. По красоте напротив каждого звоночка. У нас тут социальная дистанция, коронавирус, все дела, поэтому... Че ты там поешь, дятел? Блин, ну угораздило же меня купить лавку рядом с бомжом. Он тут всякие песни припевает. Опачки, все, стул я разместил. Все теперь четенько. Посмотрим, что у меня там по списку дел. Разместить, установить оборудование. Ну, конечно, размести... Нет у меня оборудования, не купил. А если я стол продам? Подожди, если я стол смогу продать, взять его. Возвращаюсь в магазин, чтобы вернуть стол. Стол, можно я его верну? Купить? Нет, купить мне не надо, я хочу его вернуть. Положить вот так вот и отдайте мои бабки, пожалуйста. Мне нужны бабки, чтобы купить кофемашину. Ну, походу, они не хотят возвращать мне их.
Короче, пришлось начать все сначала. Я купил кофемашину, у меня еще даже 106 долларов осталось. Пришлось пожертвовать, правда, огроменным столом. Из-за него у меня тогда не хватило средств. Но теперь я тебе сейчас покажу, что я купил. Я купил вот такой вот скромненький простой столик. Вот. Мы сейчас это все дело разместим. Откроем свой бизнес. Ну, надо начинать все-таки не с роскоши, а, ну, с низов, как говорится, да? Правильно? Все же так делают. Опа. Есть два стула. Один с пиками, второй. Че ты такое говоришь, бомжара, а? Надо было поближе к нему разместиться, а то нифига не слышно, что он комментирует. А комментирует он забавные всякие вещи. Типа, а есть что пожрать? Хотя я еще даже нифига не расставился. А про стулья он сказал, что у меня стулья с пиками. Типа, сядешь и по жопе получишь. Так, значит, тут я все разместил. Теперь мне нужно разместить оборудование. Кофемашину я ставлю вот сюда. Стойка у нас с этой же стороны, правильно? Можно, кстати, снизу где-то разместить, да? Нет, нельзя. Воду, значит, будем снизу размещать. Кофемашина, пожалуйста, вот она стоит. Задача выполнена. Да. Список дел. Установить цены на товары. По-моему, он ловит галлюцинации. Ладно, 2, 3, 5, 3, 5, 2, 2. Значит, нам теперь нужно установить цены. Это мой бизнес, устанавливаем цены. Значит, сколько у нас чашечка кофе стоит? 2,5 пускай. Я только кофе и могу продать, кстати, сейчас. Все остальное можно не устанавливать. Заткнись уже там, не отталкивай. Фу, блин, не отпугивай у меня покупателей. Значит, все разместил, список дел. Запустить бизнес. Как мне это сделать? Как мне запустить бизнес? Подскажите мне. Использовать. А, я могу это использовать? Ух ты, нифига себе. Вода у меня все есть. Недостаточно стаканчиков для кофе. Подожди, мне это еще тоже сюда надо как-то поставить, что ли? Реально. Значит, вот, бутылку одну поставили. Потом вторую тоже поставили. Вот здесь вот. А стаканчики будут стоять у меня вот тут, возле кофемашины. Ой, уронил. Взять. Возле кофемашины. Дальше, значит, еще одни стаканчики вот тут уставляем. Ой, все кривенько поставил и упало. Ну и пошла отсюда, бомжар там. Женщин посылает куда-то в теплые страны. Значит, молоко. Молоко. Блин, сейчас все тут заставлю и вообще будет... А, таз. Молочко. Сахар здесь у меня пускай будет. Вот так вот. Кофе. Кофе, конечно же, вот сюда расставим. Все. Теперь я кофе могу делать. Но мне нужно запустить бизнес. Так, мне нужно запустить бизнес. Вот здесь вот у нас горит красная кнопочка, а мне нужно, чтобы она горела зеленым. Ладно, пойдем, походу, смотреть обучение. Тут все сложно. Обучение, старт. Make coffee. Open shop. Вот, что мне нужно. А, вот эта табличка. Серьезно? Никогда бы не догадался. Я ее даже не вижу. Подожди. Использую. О, задача выполнена. Горячая собака, магазин открыт. Ура! Я поздравляю тебя с открытием нашего магазина, наш бизнес. Почувствуй свободу. Где наша клиентура? А нет у нас нифига клиентуры. Только бомжара он там сидит и все. Что там по списку дел дальше у нас? Заработать 750 долларов на открытие следующего бизнеса. О, новый заказ. Смотри, присел. Ты откуда? Ты не с нашего века вообще. Так, ладно, он хочет кофе с молоком. Окей. Кофе с молоком. Недостаточно стаканчиков для кофе. Пустой. В смысле недостаточно? Ты чё? Вот, у меня куча стаканчиков. Взять единицу. Вот, я взял. Поставил. Блин, у меня, походу, сейчас провал начнется. Вода. Прикинь, короче, надо сюда как-то заливать. Сейчас, подожди, добавить. Вот. Вот так вот. Я все залил. Все, я теперь смогу сделать кофе? Наконец-то. У меня там уже сейчас клиентура будет в офиге. Че, типа так долго? Кофе готово, кофе с молоком, пожалуйста, вот пейте. Я принес тебе кофе с молоком, тебе в руки отдать надо. Во, выполнил заказ. Теперь следующий стаканчик берем. Как здесь все сложно, тут реально прям брать надо. Так, следующее, мне нужно кофе с молоком и сахаром. Значит, взять и добавить потом надо будет сахар еще. А, взять единицу, вот, и... Все, я добавил. Кому? Тебе, да? Вот, держи. Так, дальше кофе с молоком опять нужно. Ну, это просто. Делаем. Стаканчик для кофе надо взять. Да ё-моё, я забываю. Давай. Поехали. Похрен. Сейчас все будет. А что ты сидишь? Ты что, кофе свой не допил или не выпил? О, сейчас. Только пришел к нему с претензиями, он сразу. Пижу. Держи.
Клиент доволен. Все, фух, первых клиентов я обслужил. А где деньги, кстати? Почему 106? Говорит, зато у меня кредитов и ипотеки нет. Чего уставился? Значит, кофе с молоком. Да, ё-моё, стаканчик опять забыл. Кофе. А где деньги-то, интересно? Почему денег я не вижу? Клиенты уходят, а денег я не вижу. Использовать. Ты чё, просто кофе хочешь? Ох, окей. Окей. О, ещё клиент. На раздаче я стою, кофе предлагаю. Так, а кому из вас? Вот тебе, по-моему, да? Значит, просто кофе теперь, стаканчик. Надо работников нанимать. Просто крепкий кофе. Ладно, даму вперед обслужу. Она, кстати, по-моему, и впервые пришла. Значит, мадмазель, держите. Стаканчик. По воде, по кофе и всему остальному у меня порядок. Это хорошо. Да, на кофе далеко не уедешь, блин. У меня как было в кармане $106, так и осталось. Мне никто, походу, на чай не дает. Ну, и вообще не покупает кофе мое. Все, обслужу. А пойдем попробуем бомжу отдать. Что он скажет, интересно? Сделай ему крепкий кофе просто. Посмотрим, что он скажет. Или вообще его нельзя обслужить. Так, бомжара. Ты дождался своего час пика. Держи. Ты, оказывается, неплохой парень. Что эти, которые ходят тут? Не то, что эти, которые ходят тут. Достижение получил за то, что накормил бомжа. Это что за детектив? Детектив. Значит, кофе, сахар. А, стаканчик. Все, забываю про стаканчик. Так. Сахар сейчас еще надо добавить ему. Сахар берем. Сейчас закинем туда. Вот так. Пожалуйста. Сколько я уже заработал? Где мне можно посмотреть рейтинг услуг? О, новый заказ. Сейчас рейтинг услуг. Это не то. Мой бизнес, список персон. Прибыль. О. Нет прибыли, понимаешь? Я в пустоту работаю. А знаешь, почему я в пустоту-то работаю? Дьявольщина. Дьявольщина. Мой бизнес. Подожди, кофе. Кофе 2,5 я выставил. Я же кофе и продаю. Ха. Странно. Ладно, давай-ка повыше поставим. $3 кофе сделаем. Может, они деньги где-то оставляют? А, вон деньги, смотри. Вот где деньги. Вот оно что. Забираем. Ух ты, денежки. Значит, так... Все тогда пучком. Я-то думал, автоматом деньги будут отправляться мне в карман, но нет. Но нет. Обслужил уже пару клиентов по новому ценнику. Сейчас проверим. Так, держите. Там кофе с молоком обычное, да? Окей. Окей. Кофе с молоком. Посмотрим. $3. $3. Да, по $3 начали кофе покупать. Отлично. Все четко. Балдежно. Так, мистер. Держите. У меня 130... Блин, $750 я должен заработать. Это же капец. Мне придется сейчас бежать в магазин, покупать пончики, покупать тортики и прочую всякую сладость, чтобы я это тоже мог продавать. Ларек старый, а лица новые. Все, горячая собака, рабочий день окончен, возвращайтесь домой. Че мне... А могу я... Нет, нельзя включить, я хотел 24 часа на в сутки работать, но так не получается. Это беда. Надеюсь, никто ничего здесь не растащит. Так, вот это вот все. Может, это убрать все-таки? Подожди. Не. Ладно, оставлю так. Бомжар, ты пригляди за этим всем, а я пошел домой спать. Спать. У меня же там даже кровати нет. Какой спать? Вообще не понимаю. И на чем я буду спать? На полу, что ли? Благо, я тут рядышком живу. И это очень радостно. Все, я прибежал домой. Заходим. Интересно, я на первом или на втором этаже живу? Значит, кровать купить. Стоп, мне не хватило денег на кровать. Так, а если на диван хотя бы? Ну, здесь я точно не посплю. Точно не посплю. Блин, диван. 90. Вот, покупаем диван, использовать. Спим. Я почти всю выручку потратил на этот долбанный диван. Ну, ладно, спать-то надо же было где. Где туалет использовать? Душевая. Сколько стоит душевая? $100. Блин, у меня всего 50 осталось. Надо будет сейчас бегать в магазин, закупить шоколадок и прочие всякой ботвы и продавать это еще. Эко-маркет. Ты же круглосуточно? Да, он круглосуточно работает. А, получается, нам нужно купить круассаны. Купить круассаны. Ну, давай, наверное, 5 штук круассанов возьмем. Я их покупал за сколько? $1.75. Значит, продавать буду за 3...
За 3,5. 3,5, да, за 3,5. Может, и подороже. Так, круассанчики я купил, шоколадки. Я не знаю, шоколадки пойдут. Круассан с кофе — это вообще самый смак. Пончики здесь есть? Пончики. Где мой? Могу пончики купить. Пончиков здесь нету. Вот это вот что такое? Это булочки для бургеров? Нет, их смысла нету. Сейчас покупать. Ладно, пойду еще круассанов возьму. Шоколадки с кофе. Ну, нет, давай шоколадки лучше еще возьму. Так, шоколад. Тоже пятюню возьму, да? Они продаются у нас за сколько? $1.75 тоже. Понятно. Все. Кофе, значит, у нас будет стоить 3,5. Это прям убер крутая цена. Ну, точнее, дорогая. Для моего райончика. За $4 навряд ли кто-то. Вот 3,5 это самое то. Значит, шоколадку буду продавать по $3. Потом круассанчик по $3. Можно 3,5 я хотел, да? Ну, вот 3,5 и будет. Для шоколадки 3,5 это прям вообще слишком. $3, короче, вот. Ну, давай посмотрим. Посмотрим. Сейчас я это все, правда, разложить еще должен. Шоколадка, круассаны. Вот тут шоколадки у меня будут лежать. Опа. Опа. И круассанчики сейчас тоже тут размещаем. Вот таким вот образом. Вот, красота. Все, теперь можно открывать. Теперь можно открывать наш магазин. Open. Гости дорогие, проходите, проходите. Девушка, здравствуйте. Ух ты, нифига себе, несколько круассанов вам нужно? Ну ладно, держите. Раз круассан, два круассан. Блин, что-то быстро круассаны-то как-то продаются. Очень быстро, кто-то шоколаде захотел. Ничего себе, да, у меня сейчас все кончится, ребятки, вы что? Походу за круассанами надо будет сейчас бежать. Так, 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 так. Вот это бизнес попер. Десятку заработал сразу же. Ничего себе. Офицер, что вам? Два круассана. Но у меня только один круассан. Блин, придется сейчас бежать. Придется сейчас бежать. Значит, кофе. Кофе. Стаканчик, стаканчик. Я побежал за круассанами. Быстрее, 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 быстрее. Я должен успеть. Я должен успеть. Круассаны, круассаны, круассаны. Круассаны. 5 штук тоже покупаем. Оп, все, отлично. И как только они будут у меня заканчиваться, нужно цену с них убрать, что их нет в продаже. Чтоб мне в следующий раз так не бегать за круассанами. Да блин. Фьюх, фьюх, фьюх. Я успел. Так, значит, вам сахар добавить, пожалуйста. И круассан, да? Вы круассан хотели. Оп, оп, оп. Вот свеженькие, прям только что в магазине купил. Знаете, держите. Не дойти вам до угла и купить там круассан, да? Ленивые жопы. Десятку. Десятку заработал. О, бизнес-партнер. Вообще нормально. Нормалек. Шоколадь. Девушка, вы вроде на фитнес еще похожи. На фитнес-няшку, а шоколад ждете. Так. Вот этот челик в шляпе мимо проходит. Не, не хочет к нам. А, нет, смотри-ка, заворачивает к нам, но все равно мимо проходит. Я там одну шоколадку случайно взял. Так, и бутылку с водой надо вон туда убрать. Новый заказ. Шоколадь. Рабочий захотел. Держите. Денежки. По $3 забрал. Мадемуазель, вот ваши щеколячки. Щеколячки, забирайте. Вот так вот, вот так вот. И вот так вот. Спасибо. Фух. Ну что ж, вот такой вот бизнес. Нам еще дофигище всего надо будет сделать и открыть, чтобы заработать 750. У меня сейчас только $70. Это нищенски мало. Кофе, наконец-то кто-то кофе захотел. А то все круассанчики да... шоколадки продают, значит, просто кофе. Так, круассан кто-то захотел. На тебе круассан. На тебе круассан. Еще два круассана. Блин, у меня круассаны-то закончились. Закончились круассаны. Мой бизнес. Где там круассаны? Все, нет в продаже. Значит, тебе еще надо сухарок. Держи. Так. И у меня там парочку... А, один круассан был. Ладно, держи. Пошел еще за одним курсом. Блин, мне нужен курьер. Ну что ж, я думаю, что на этой позитивной ноте мы будем закругляться. Сейчас я только бабочки заберу. Если тебе понравилась эта игруха и ты хочешь увидеть мое дальнейшее развитие, а я там буду делать еще и шавуху, и открывать свои собственные рестики, и, короче, будет вообще круто. В общем, ставь лайк под этим видео, если понравилось, и хочешь увидеть продолжение. И подписывайся, если ты еще не подписан. Ну а мы с тобой увидимся в следующем ролике. Так что до встречи.